привет! Вот он, легендарный кризис, оригинал которого сжег не одну тысячу компьютеров и видеокарт, ну у кого что, в общем, летело. И тут решили сделать ремастер, адаптировать эту игру под новое железо. К сожалению, не смогу я включить Kenneth Run Crisis, потому что же по нынешним меркам у меня жалкая GTX 1080 Ti, а не RTX 3090. Но думаю, на максах мы поиграем. В общем, не будем тянуть, новая игра. Тоже по сравнению с Мафией у Кризиса не такой уже захватывающий сюжет, поэтому давайте попробуем поиграть на максимальной сложности. Попробуем ответить на вопрос, остался ли порох в пороховнице или я уже слаб для такой сложности. Остров Лингшан, Филиппинское море, 14 августа 2020 год. Эй, Номад, ты живой там, а? Да. Итак, слушайте, господа. На острове замечены значительные силы противника. За нами преимущество неожиданности. Эти корейцы не знают, что мы здесь. И не узнают, кто их убил. Тише, псих! Не отвлекайся! Операция секретная. Задача — найти и спасти. Мы здесь не на войне. Пока. Что? Пророк, известно хотя бы, живы они или нет? Это нам и предстоит выяснить. Связь с доктором Розенталем пропала неделю назад, когда корейские войска заняли остров. Два дня назад мы приняли сигнал бедствия с судной экспедиции. Кто-то хочет, чтобы его нашли. Ладно, парашюты, маски! После выброски держите со мной. Раскрытие по сигналу. Внимание, 5, 4... 3, 2, 1. Пошел, пошел, пошел! До встречи на земле! Ну, около 60. Что? Теперь нам поручили гоняться за какими-то археологами? Ну, впрочем, это пара пустяков. Слышал я об этом парне. Похоже, он действительно раскопал что-то интересное. В любом случае, мы здесь явно не из-за него. Итак, группа, внимания! Штаб переносится на Конституцию. Маскировка активирована. Мы не наведем с ними связь, мы сами по себе. Максимум брони. Раскрытие по команде! Давай! Что за черт? Вы видели? Номад ранен! Он потерял парашют! Парашют? Чертов парашют! И запасного нет! Держись, парень! Ты над водой! Костюм должен погасить удар! Так... Номад, доложи обстановку! Я в норме, только прицел барахлит. Что это было? Не знаю, но ты далеко от зоны высадки. Выбирайся на берег. Иду. Кто-нибудь попал в зону высадки? Похоже, всех раскидало. Перекличка! Псих здесь! Уже на марше. Шут на земле. Иду в зону высадки. Ацтек, не вижу твоего сигнала. Ответь, прием. Ацтек, ответь. Черт. Пророк, я на берегу. Ты здорово
об воду. Костюм частично поврежден. Нужно провести диагностику. У тебя камера барахлит. Попробуй перенастроить. Недостаточно энергии. Отлично. Теперь все в норме. Ацтек до сих пор не отвечает. Номад, бери шута и ищи Ацтека. Проверь экран заданий. Найдите шута, все просто. Ну что, у нас тут 37 FPS всего. 40. Ну, чувствуется, что мышка вообще ватная. Недостаточно энергии. А, ну они прикольно придумали, то есть... Раньше прям... А, и они убрали с колеса. Раньше вот надо было переключаться. А сейчас на Shift он сам включает режим скорости. Где невидимость? Маскировка активирована. Максимум брони. М рукопашный бой. М только русская, да? Я понял. Проверь глушитель. По дефолту, значит, получается у меня включена максимальная сила. Улучшитель, фонарь, тактический блок. В целом мне даже есть. Отлично. То есть единственное, сенсу настроим. Так. Ну, в прицеле норм, а так ну, такое. Будь осторожен, Номад. Впереди противник. Этого я помню. Одна я на мышке сделаю слабее. Сенсу. Оно быстро. Нет, что-то оно вообще не работает. Ну ладно, думаю, привыкну. Ой-ой-ой-ой-ой. Ага, у нас же максимальная сложность, точно-точно. Максимум брони. Давай сюда. Маскировка активирована. А как взять? А, на F все понял. Да ну кто так делает? Фонарик это ж палево. Ну, в общем, как оказалось, оригинальный кризис даже Full HD особо там и не поддерживал. Это Ацтек. Как слышно? Слышно хорошо. Доложи ситуацию. Меня что-то ударило в полете. А, я застрял в деревьях. Понял. Держись, помощь скоро будет. Там уже с обновлениями потом завезли Full HD. Про 2К вообще молчу, поэтому ну, прикольная графика. Номад, давай сюда! Прикрываю. Думаю, максимум графики давай, получит тот, у кого RTX. Трассировка лучей и все такое. Я тут не один. Что у тебя, Ацтек? Корейцы. Четверо. Тебя заметили? Нет. Но они близко. Секунду. Что-то... Недостаточно энергии. Ацтек, ответь! Матре Сантиссима! Ацтек, садхись! Живо! Не убоюсь я зла! Не убоюсь я зла! Не убоюсь я зла! Я... Пророк, помоги! Номад, шут, хлему! Живо! Ну, ну! Номад, включи защиту. Никогда не знаешь, когда она пригодится. Максимум брони. Что это? Я пока ничего не вижу. Помню, что где-то тут он на дереве. А, вот. Боже! Что же тут случилось? Ты слышал?
Не нравится мне это. Черт! Сукин ты сын! Шут, ответь! Что с Ацтеком? Мертв, босс. Твою мать! Черт возьми, что там случилось? Я не знаю. Но, сдается мне, мы там не одни. Кто у вас там? Корейцы? Никак нет, сэр. Есть четверо мертвых корейцев, но убил их явно не Ацтек. Их прикончило что-то еще. Разорвало на части. Вот ведь. Ладно. Воздайте почести и идите. Встречаемся на месте высадки. Как насчет Ацтека, сэр? Оставить его тут висеть? Никак нет. Я его уничтожу. Костюм не должен попасть в руки корейцев. Отойдите. Черт, никогда не привыкну. Адьё, амиго. Шут, займись его костюмом и замети наши следы. Маскировка активирована. Отправляйся в зону высадки. Понял, босс. Выполняю, пророк. В смысле? А, удерживаю. Подожди-ка, впереди какое-то движение. Включи маскировку. У корейца что-то непонятно. Разберись с ними тихо и по-быстрому. Так точно. Максимум брони. Ну что ты меня заметил? Подождите. Ладно. Сидит, значит, человек, не шевелится. И тут он понимает, что он меня заметил. Впереди какое-то движение. Включи маскировку. Сейчас я тебе помогу. Стоит мне только включить режим. Понятно. Брони они сразу меня замечают. Не-не-не-не-не-не-не. Иди, иди сюда. Да блин, где ж ты? Перезарядка! У него тоже. Так, сейчас мы немного управление поменяем. Присесть более привычно на контрол мне. Недостаточно энергии. Новод, только что пропала связь со штабом. Отказала вся система тактической обстановки. Похоже, корейцы включили глушилку. Где-то в твоем районе. Найди и отключи. Ясно, пророк. Выполняю. Тут красиво, смотрите как. Мы обнаружили корейцев на побережье. Достань бинокль и следи за ними. Вижу большую антенну. Похоже, это и есть глушилка. Ага, есть один. Берем нашу пушку, мне она больше нравится. Живность даже завезли, смотрите. Ведем передачу в мире животных. Наверное, перепел или цицарка. Наверное, перепел. Так. А это люди. Ясненько. Прям зрячие ты что-то шел. Сами тогда идите ко мне. Максимальный режим сложности. Я тут Рэмбо включать не собираюсь. Брони. Где вы там были? Нет.
Бомба тихонечко разбирать. Блин, не видно ж, как они меня увидели. Хотя, у меня что костюм красный, вот так вот. Максимум брони. Действительно заметить не составляет труда. Блин, тут же чувак был, когда он делся уже. Недостаточно энергии. То есть, когда я просто в броне хожу, тоже тратится энергия? Максимум брони. Я не вижу, где он, что он вообще? Я же испугался. Я. Вот и я. Вот тут где-то есть. О. Есть контакт. Черт, они вызвали подкрепление. К тебе идут войска противника. Пусть идут. Максимум брони. Еще желающие? Нома, ты за этой глушилки, мы тут слепые, как котята. Слушай, я под пули тоже лезть не собираюсь. Смотри на него. Максимум брони. Надо сбежаться. Максимум брони. Сейчас пообщаемся. Где ты там есть? А, подожди, он с тобой, блин. А че он туда стреляет? Ничего не видно. Как они видят, непонятно. Поближе, пожалуйста, подъедьте. Не достанем. Максимум брони. Еще. Так, глушилка, давай. Отлично. Система заработала. Иди на место высадки. Ну все, в принципе. Стрелка сняли, дальше уже так уже опасно. Езди сколько влезет, дорогой. Что у нас по транспорту? Я помню, можно было как-то включить. О, вид от третьего лица. Как стрелок? 5? Нет. Ага. 2, да? Ну, окей, не вопрос. Место высадки захвачено противником. Мы с психом идем к источнику сигнала. Номад, впереди корейский КПП, тебе придется сражаться. Это уж больно она резко едет, как будто бы это болит какой-то. Где ваши пушки? Мне патроны. О, мне патроны нужны просто. Достаточно энергии. Пушка была. А тут очень похоже на Far Cry. Или на Лару Крофт. Ага, вон вижу, уже сидит. Тебя вижу. Оно мне поотмечало, интересно? Не, понятно, это ж... А, не, отметил все. Недостаточно энергии. Так, не замечайте меня раньше времени, сейчас я сближусь с вами. И потом повоюем. Далеко, тут бы снайпер. Максимум брони.
Надо мной вот так стрелочка, походу, сверху. Он тут! Хорош. Есть контакт. Достаточно. Робот в укрытии! Костюм может пострадать! Быстро он мне накидал. Максимум брони. Есть. Еще один. Так, еще один есть. Где-то тут. Максимум брони. Так, где же достаточно энергии? Искусственный интеллект меня видит отлично. В отличие от меня. А не вопрос. Да. Маскировка активирована. А почему музыка до сих пор играет такая? Сигнал бедствия идет из долины в 3 километрах на восток. Мы с психом идем туда. Следуй в ту же точку, но будь осторожен. Противник хорошо копался. Понял, пророк. Мне ничего не дали тут по обвесам. А, ну вот же есть коллиматорный прицел. Тактический блок особо не нужен. О, давай сюда. Ну понять, что оно вот плывет, когда я двигаю. Прям я вижу, как картинка нечеткая становится. А когда замираешь, красиво. Ну, явно красивее, да, чем было в оригинале. Хотя я знаю, что там можно было что-то доставлять, менять текстуры и прочее, прочее. Капец, машина, ну просто болида. Тут как в мафии играли, когда я на спортивной машине, но вот. Форд, этот джип умеет так ездить, ну, явно косяк. Я просто знаю, что... Не вопрос, в эту деревню. Что, никого не задаем. Эх, ладно, жалко. Максимум брони. Вот это врыв так врыв, да? Даже Рэмбо так не умеет. Сюрприз, мазафака. Сейчас, 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 секунду. Я заберу твой дробаш. Спасибо за презентацию твоего оружия, мне понравилось. О, будете ко мне прибегать? Откуда шум? Здравствуйте. Выбежал. Тут же пулю слопотал. К тебе идет новый отряд корейцев. Это вот тот? А где еще один? Ну, я ж не мог одной пулей двоих убить. Максимум брони. Максимум брони. Боеприпасы на исходе. Бывает. Мне тут... А, тут максимально, все, понял. Не вопрос. Не вопрос. Максимум брони. Сейчас, сейчас, секундочку. Секундочку, пообщаемся с вами. Ничего себе. Ладно. Ух ты, как меня далеко откинуло. Ё-моё. Буду поаккуратнее играть. Привет, на. О, что сигналить можно? Ничего себе.
Я в этот раз даже еще быстрее их развалил. О, взять пистолет, давай, где этот пистолет? Понял, а анимация, как я беру пистолет, не? Не предусмотрено в ремастере. Подобрать. Я думал, тут патроны вообще лежат. А вот патроны. Ну что, где там наши? Не, красиво сделали. Реально красиво. FPS, конечно, страдает. Но красиво. А где? Второй раз не едет. Я как бы рассчитывал вообще-то. Ладно. Ладно, своим ходом пойдем. Контрольная точка. Мне кажется... Поступило сообщение, что штаб корейцев находится на восточном мысу. Ты должен проникнуть туда и собрать сведения об их укреплениях. Передаю координаты. Понял. Времени мало, Номад. Включи режим ускорения. Мысу. По-моему, мысе правильно говорить. Корейский КПП. Прорваться будет непросто. Собери все гранаты, которые сможешь найти. С всех сторон. Я думал, сейчас их крутану, а нет. Они везде. Смотрите, что происходит. Сейчас. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Максимум брони. Ладно. Ну, я забываю, что сложность необычная. Все-таки надо придерживать коней. У нас на пути корейский КПП. Прорваться будет непросто. Собери все гранаты, которые сможешь найти. Ну, не видно же, блин. Он меня видит. Ну ты же там есть? За бой это знаем. Гранату в меня бросили, ничего себе. А вот он, брони. Дайте боеприпасы, пожалуйста. Мне показалось, что это дробаш, но нет. Недостаточно энергии. Начинает тратить энергию, когда бежит. Пойдем с этой стороны. Максимум брони.
где буянят. А, на карте вижу его. Окей. Блин, это PS36. Уж картинка дергается, я что-то вижу. Я попытаюсь что-то поколдовать с настройками, так чтобы красиво было и FPS добавился. О, гранаты. Максимум брать. А, это так пистолет стреляет? Я думал, это дробаш так стреляет. Вот такая новость. Давайте посмотрим, что тут у нас есть. Нет. Ну, гранаты. А, нет, берутся. Отлично. И сколько можно? В тот момент, когда я не рад, что много противников. Это обычно такое. О, мясо, давай сюда. Давайте съездим на то задание второстепенное. О, это еще быстрее едет. Не вопрос, я вообще незаметный, меня никто не заметил. Как вылезти с машины, блин? Давай, 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 давай. Я в связном фургоне. Поверьте мне, нам нужно найти тактическую сеть. Понял. Ваш. Как я? Максимум, брат. Данный мне. Иду к месту встречи. Отлично, давай. Это что они там стреляют? Судя по этим данным, они эвакуировали все гражданское население за считанные дни. Что же они скрывают, черт возьми? Кроме того, этой операцией командует сам генерал Рич Хан Кон. Думали, будет легко? Не тут-то было. Кон — серьезный противник. А еще с ним элитное подразделение корейского спецназа. Блин, умер, блин, в упор он не зажал. Максимум брони. Да иди сюда. Фатима! Мустафа, поджигай! Смотри на него, дал так дал. Костюма хватает ровно на один шот. И здоровья на один шот. Итого у меня есть две пули всего. Максимум, ну, я вас потихоньку перестреляю. Будем играть на скиллуху. Забегай! Тут же вокруг несколько броневиков просто сломалось. Ладно, меняем. Меняем позицию, меняем позицию. Максимум брони. Это вот это вот ты там. Пусть я не могу ему хэдшот поставить. Нет. Максимум брони. Иди сюда, думаешь, я испугался. Еще один. И не умер. Ну я же хедшот поставил. Ну вроде как закончились. Теперь можно собрать максимальный боезапас. Ясно. А нет, еще не все. А вот наш дробаш. Давай сюда.
Тут надо поменять. Режимы точно знаю. Нет. Режимы есть, я точно помню. Он еще такой щелк-щелк должен делать. Да не. Обманывайте меня. Пригибаться на H. Кто же тот умник, который придумал управление? И он выживает. Конечно, конечно. Не-не, ну это уже точно далеко, ладно, я понял. Тридцать FPS. Интересно, какое там слайд-шоу на записи. А, ну тут просадки, смотрите, оп, уже 70. Да, оп, лагнуло 30. Вон, чувак там ездит. Блин, что-то я из-за тебя переигрывать не собираюсь. Валим, 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 валим. Достаточно энергии. Поехали. А давай, давай, поднажми. Хорош. Налетели. Дышимся и бомба потихонечку. Граната это вот так. А далеко летит. А, неплохо он кидает, а ну давай. О, в меня кинули гранату. Давай, давай. Что тут можно как-то? Можно, блин, точно. Максимум брони. Да давай прыгай. Не понял, почему-то ты вдруг сюда не можешь зайти. Недостаточно энергии. Почему не попадаю? Все, их трое всего на самом деле было. А нет, еще есть наверху. Номад, быстрее иди сюда. Ты должен это видеть. Что там у тебя, пророк? Сам увидишь. Рассказывать бесполезно, все равно не поверишь. Понял, иду. Новое задание. Окей. Не сильно-то и хотелось идти убивать. Недостаточно энергии. Погнали. Красиво. Так, прыжок. Прыжок.
Видишь, эти звуки специально делают. Недостаточно энергии. Оу. Вовремя ты пришел. Ну, что скажешь? Впечатляет. Похоже, кому-то крупно не повезло со швартовкой. Заблудились. Похоже, мы в тупике. Да, со штабом связи больше нет. На острове слишком сильное статическое поле. Эй, босс, смотри сюда. Хорошая карта. Смотри, район выделен. Похоже, раскопки были именно в этой долине. А ты уверен? Я нет, но это все, что у нас есть. Надо идти. Я никуда не пойду, пока ты мне все не расскажешь. В сказки про найти и спасти я больше не верю. Ага. Интересно, откуда корейцы взяли этот проклятый луч? Точно. Похоже, мы вляпались в какую-то дерьмовую фантастику. Я уже рассказал вам все, что нужно. Полная чушь! И ты это знаешь! Астек мертв! А мы даже не знаем, что его убило! Я сам видел, босс. Его разорвало напополам. И с чем же мы тут имеем дело? Явно не только с корейцами. Шут прав. Если бы Розенталь был простым придурком, нас бы тут не было. Замолчи, псих! Вы все знаете. Задача найти людей, этим мы и займемся. Выходим немедленно. Что за... Это приказ. Что-то есть! Шут попался! Надо идти! Надо идти! Живо! Вперед! Ну! Видишь его? Идти, я иду. Куда он ушел? Сюда! Вперед! Ну! Недостаточно энергии. Вот черт! Ты это видел? Держите курс! Надо найти Шута! Идем на восток! Вперед! Вперед! За ним! Живо! Живо! Мертв! Сукин сын! Черт возьми! Что это было, босс? Нас раскидало, как мух! Если бы я только знал, честное слово. Отойди, я его уничтожу. Прощай, друг. Недостаточно энергии. Летим, Боба. Береги штаб корейцев. Укрой меня, Номад. Патроны можно взять и нормальную пушку. Все? А под... так, сейчас, секунду. Оп. Оп. Ай, ладно. Патроны взяли уже хорошо, потом если что еще возьмем. Ой, красивенько, тут прям как в Инстаграме фильтры. Понял. Ну вот, иди со мной. Недостаточно энергии. Черт возьми, вокруг одни трубы. Вроде все чисто. Я сейчас попробую влезть на канал корейцев. Робот, вы с психом охраняйте перед. 1184, это штаб. Слышно хорошо, прием. Так, похоже, они взяли заложника из гражданских. Деревня в километре отсюда. Возможно, кто-то из людей Розенталя. Номад, иди в разведку. Досмотри деревню и узнай как можно больше. Я останусь тут и прослежу за развитием событий. Приоритет – заложник. Ясно? Ясно. Псих тебя прикроет, когда закончим. Кто есть снайперский прицел, а? А, полный боеприпас. Ясненько. В общем, я немного прикрутил графику, потому что ну уж больно оно тормозило. Вроде все равно красиво осталось. Мыло даже меньше стало. В общем, если что, еще потом покумекаю. Ну, блин.
просто с тем FPS невозможно играть. Сейчас начнется какая-то сильная заруба, и как бы все на этом. Найдите заложника в деревне, найдите заложника, освободите его. Да не вопрос. Контрольная точка, погнали. Недостаточно энергии. Мы как поедем, как поедем. Давай! Поехал. Я в костюме. Вы не поверите, что похоже этой операции командует сам генерал Гаричи Хан Кахон. Кто это? Тот самый, который устроил знаменитую резню. Он ты что тут забыл? Не знаю, но будьте осторожны. Это опасный тип. Максимум брони. Найди корейский радар. Найди терминал и войди в их тактическую сеть. По-моему, он матюкается. Просто тут много. Идите, подвинься. Это от меня тень была, да? Смотрите на него. Сейчас мы тут... Девочку найдем. Ай-яй-яй, вот это я вышел. Не-е-е. Ребята, вы не поверите, но похоже, этой операцией командует сам генерал Гаричи Хан Кахон. Тот самый, который устроил знаменитую резню. Он ты что тут забыл? Не знаю, но будьте осторожны. Как посетить? Максимум брать. Найди корейский радар. Найди терминал и войди в их тактическую сеть. Да блин, в смысле? Максимум брони. Иди сюда. Секунду. Максимум брони. А нечего было булки расслаблять. Все, нагребаем полные кармашки всего. Максимум брони. Хорошо, что она долго взрывается. Так, совсем разобрался с управлением. Вот это ездит уже как положено. Здравствуйте, ребята, здравствуйте. Здравствуйте. Жду информации о цели. Это вы меня, конечно, далеко скинули, в общем. Рассмотри здание и узнай, где его держат. Да ё-моё, сколько вас тут. Максимум брони. Или еще быстро, конечно, тут убивают очень быстро. Что это за звуки? Пророк, я в здании правления у корейцев. Тут штаб. Заложника нет, видимо. Максимум его держат брони. В школе. Вижу карту какого-то научного объекта, похоже, это расход. Максимум брони. Понял, Номад, мы выступаем, как только ты освободишь заложника. Иди в школу, псих идет к тебе. Понял, пророк, выполняю. Вообще не вижу.
один. Максимум брони. Они очень четко умеют перемещаться. Вот опять он чуть меня не убил. Я только один патрон, у него моделька уходит вправо, да, получается? Смотрите какие. Ну, либо оно пролагивает просто. Максимум брони. Пульки. Окей. Недостаточно энергии. Кто-то есть. В общем, пытаться по стелсу проходить вообще не стоит, потому что они меня видят за километр. Максимум брони. Робот, занимай здание. Иду к тебе. Дай пройти. Что, кто-то есть? О, ну, патроны. Кстати, дробовик хоть в здании работает, он сейчас проверим. Максимум брони. Никого нет здесь? По карте показывайте, что есть. Работает. Я тебя прикрою, босс. Как ты с таким прицелом в упор людей убиваешь? Пророк, здесь одна из этих археологов. Тише, милая. Что с тобой? Я в порядке. Кровь не моя. Бодовский. Его разорвало на куски. Мы думали, нас никто не спасет. Что вы так долго? Били проблемы с поисками вашего катера. Катера? Катера нет. Я вызвала Лэнгли неделю назад. Никто не пришел. Мы пошли в гавань, но что-то... Что-то не пустило нас. Это что-то убивает людей. Где остальные ученые? Бодовский мертв. Все остальные на раскопе. К востоку от вертодрома над водопадом. Помогите им. Они сами не знают, что нашли. Проводишь нас, милая? Прости, милый, но я не пойду. Я еле выбралась оттуда. Слушай меня. Мы следили за работой Розенталя. Он раскопал статую в джунглях. Только это не статуя. Она передает сигналы. Они привели нас к постройке в горах. Розенталь говорит, что это памятник древней цивилизации. Но мы не уверены. Мы что-то разбудили. У нас мало времени. Спасите людей Розенталя и освободите остров. Что бы это ни было, оно не должно достаться корейцам. Извините, что вмешиваюсь, но у вас проблемы. В этот район направляется бронетехника. Лучше бы вам уйти оттуда. Займись этими танками, Номад, а я провожу нашу леди в безопасное место. Внимание, Номад! В этот район направляется бронетехника. Разберись с танками, и тогда мы сможем выйти. Смотрите, какие рисунки. Чайно. В общем, ладно, я думаю, на эту серию уже достаточно. Продолжим уже в следующей. Попытаюсь что-то пофурычить с настройками, ну, плюс гляну, что у нас вообще на записи. Может, там вообще слайд-шоу, я полный храбрый. До новых встреч.